Всем привет, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, мы с вами сегодня играем в... в Deer Simulator. Мы играем в симулятор оленя. Показывают нам планету Земля. Что мы с ней будем делать? Мы падаем, что ли, на нее или чего? Понятно. Ничего не происходит. Непонятно, что произошло. Так, move, space jump. Hold shift dash. Ага. Ну, я побежал уже, ведь. Сколько надо бежать-то? Атаковать. Атаковать олень может. Атаковать. Это прикинуться мертвым, что ли? Stretch neck. Растянуть шею, это называется. Ой. Я могу кидать шею свою. Ни хрена себе, какой олень молодец. То есть я выполнил задание. А как встать-то? Встать и пойти нужно нам. Здесь у нас что такое? Cornhole. This can be used on Deersaster level B. Has been reached. Что-то это может быть использовано только Deersaster'ом уровня B. Ну давай Deersaster... А, что это? Что было? Что было? Say hi, танцевать, дирифи. Дирифи, что такое? Сделать оленем? Ёлки-палки. А, он за нами теперь бегать будет. Класс. Ничего себе, какая огромная корова, смотри, стоит. Привет, лошадь. Привет, лошадь. Серьезно? Серьезно, прям вот так вот. Ты че? Ой, бля. Что происходит-то? Что делать нужно? Вообще, какая цель игры? Для начала, какая цель игры? Мы можем скакать на коне, будучи при этом оленем. Мы можем бодаться, мы можем кидать шею свою куда угодно. Мы видим большую корову, и мы на нее побежим, потому что... Ничего себе, привет, большая лошадь. Поехали на большой лошади. Большая лошадь — это всяко лучше, чем маленькая лошадь. Правильно? Сломалась! Ёб твою мать, сломалась лошадь. А что с большой коровой делать? Можно ее бить? Это что такое? Осторожно, записка. Так, Deersaster level equipment etc. will be reset. Чего? F-play. Основные правила таковы же, как и реверсия. Не понял. Так, у меня... however, the piece move on their own being cows. Чего? Расположение коров чего-то там. Если 4 коровы и должны вернуться в региональную позицию. 24 коровы. Возьми большинство коров и выиграй. Call AI battle. Не понял, это что такое-то? Put the cow down. Куда все пошли-то, елки-палки? Эй! Коровка! It's your turn. А, я могу только сюда нажимать, что ли? По-моему, я проигрывать начинаю. Да, я начинаю люто проигрывать, хочу заметить. Наискосок они красятся, елки-палки. Так вот я тебя сделаю. Семнадцать-двенадцать счет. Бессмысленная, беспощадная игра. 19-14 уже, елки-палки. Чего? Какая ничья? Ты о чем вообще? Чего? Подожди 5 секунд. А, это ерунда всякая. Я почему-то потемнее стал. Я чуть не понял, прям даже как-то прям резко очень. Я понял. Kawaii Battle. А я никак сейчас ничего не сделал. Вот так я стал. Давай выигрывай уже.
Я не понял, почему здесь не покрасилось. Я проигрывать опять начинаю, ты смотри-ка. Какая-то бессмысленная игра получается, я что-то не понимаю правил, значит. Ну подожди. Вот так вот нахрен, все. Дай выиграю. Дай выиграю, корова. 16-15. 20-13. 17-18, твои налево. You win! 25-11. Нам за это ничего, я так понимаю, не дают. Да в смысле? Я уже скиповал. Dear Stairs Levels. А, то есть это просто была мини-игра, что ли, и все? А, нет, смотри-ка, я здесь оказался как-то. Опять. Корова, как тебя убить? Можно? Не понял. Подожди, подожди. А кто стрелял сейчас? Не понял сейчас, ладно. У меня уровень Е, и, наверное, нам нужно раздобыть оружие, если здесь все так хорошо, если здесь все так... Ой, ничего себе, какая я сильная. Эфрайт. Не, Эфрайт я не хочу. Можно взять? Ну-ка, ну-ка. Ёп, твою мать, смотри, я маг, волшебник, блядь. Ничего себе вытворяю. Да как, что такое-то? Зачем ты за землю цепляешься? Погнали, вон туда. Я Человек-паук, короче. Человек-паук. Человек-олень. Где здесь можно переночевать, так сказать? Мне нужно что делать-то? Мне нужно ломать все, чтобы, так сказать, это... Дали мне очки какие-то. Или что? Что мне нужно делать? Мне нужно ломать машины. Давай ломать машины. Да, у меня уровень, смотри, прокачивается от того, что я ломаю что-то. О, ничего себе, пистолеты, смотри-ка, пистолет дали. F-equipment. Ну, вау, ничего себе. Давай, escape, два пистолета у меня на лбу. Я могу с... Полицейские мной заинтересовались. Это очень грустно. Ёб твою мать, олени, ой, олени. Овцы, овцы полицейские. Расстрел полицейских пошел. Ничего себе. Ни к чему не призываем ни в коем случае. Просто... Ничего личного. Просто игра. Просто игра. Собаки, ебать, а полицейские начнут бегать. Автомат! Ты ничего себе, смотри. Эквипмент. Ёб твою мать. Вообще, вообще сейчас всех расстреляют. Встань, 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 встань. Давай, вяжу сейчас еще раз. You defeat the cops, 2.19. Это что такое? 2.19, 2 минуты, что ли, я в них стрелял? Не может быть такого. Самолеты, может тебе... Электричка. Трамвай, троллейбус, как это называют, трамвай. Стрелять в трамвай, и, может быть, с него что-то вообще... Опять полицейские. Машина уже, ничего себе. Опа. О, да я вообще без этого... Непобедимый, блядь, непобедимый, непобедимый. С автоматами, с пистолетами, со всем, чем только можно. Где они? Полицаи-то где? А, вот эти, бесполезные ребята. Я дома сейчас ломать начну. Вообще просто, на раз-два. Что такое? А где машина полицейская, которая ехала, показывалась, как она едет? Еще автоматы, пистолеты. Думаю, что от них толку никакого уже нет. Медведь белый. Овцы. Где все, где все? Подожди, а можно мне сеттинги и немножечко потише звук сделать? Вот это потише сделать? И вот это потише сделать? Люто громко орет она. Вот так вот уже будет гораздо лучше. А то я сам себя переорать не могу. Ты задефитал копов за вот столько-то времени. Я понял. Хорошо, что я задефитал. А давай мы убьем корову. Убили корову. Уровень С у нас. Dear Saster Level C. А почему она стала серой какой-то? Точнее, не серой, а наоборот цветной. Пуль, долетели, не долетели? Долетели, смотри-ка, она сейчас умрет. Умерла, точнее, корова-то. Ну-ка, и что мы с ней можем сделать? Ничего. Ровным счетом ни хрена мы не можем с ней сделать, понимаешь? И схватить мы ее не можем.
Главное, чтобы не утонуть, да. Вот самое главное, чтобы мы не утонули. Unequip и hold F. А что такое unequip? Что я должен за unequipать? Не хочу ничего unequipать. У меня и так все хорошо. Пойдем, значит, кто здесь еще есть? Большой какой-нибудь зверь, чтобы мы его убили. Вон большая рыба. Коала! Ничего себе! Не-не-не-не-не-не-не-не-не! Так нечестно, 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 нечестно. Ничего себе ты сквозь здание жаришь. Не-не-не-не-не-не-не! Ни в коем случае нельзя. Да почему ты? Беги-беги-беги-беги-беги! Беги-беги-беги-беги-беги! Ни в коем случае нельзя умирать. Нельзя-нельзя-нельзя-нельзя, я так много достиг. Прям борьба такая накаляется. Убил! Убил коалу, ёб твою мать. Оказалось, это гораздо все проще, чем ты думал, да? Коалка, бедная коалка. Мы можем тебя поднять? Смотри, я могу ее поднять и выбросить нахер в море. Ну-ка, где она? Не могу, что ли? Она застряла там в текстуре. Ну ладно, пусть лежит. А кого мы еще-то не убивали? Рыбу вот эту. Рыбу надо убить. Хер ли она там летает, правильно? Да она не дамажится, серьезно. Дамажится. Или не дамажится. Дамажится. Это мне показалось, что не дамажится. Что из нее выпадает? Из кого-нибудь вообще что-нибудь... А вон там что такое? Там буква А написана. Пойдем туда. Я могу бегать по воде. Я как Иисус. Я как олень Иисус. Понимаешь? Что у нас здесь? Я вообще бессмертный, блядь. Я вообще могу только в путь все делать. Unlock the D-Star Level A. Не понял, чего? Level A, и чего? У меня Level A, у меня Level C уже давным-давно. Или что это, мне надо всех поубивать, что ли, чтобы у меня разлогинился этот раз... локился, разлочился уровень А, чтобы... А, ведь это же лучше, чем C, понятно же. Не понимаю, чего ж я сразу не подумал. А что здесь у нас? Что у вас здесь, ребят? Я в каком-то японском домике или в китайском, что это такое? И я так предполагаю, я могу здесь ничего не сделать. Не понял. Подождите-ка. Застрял. В текстуре застрял. А, давай ломать китайские домики. Японские, как они называются правильно. Я буду здесь все ломать. Подожди, нет, я хочу ломать вот это вот все. Полицейские опять за мной заинтересовались. Ни хрена себе кролик с пушкой какой-то. Уровень Б у нас уже, вот он, самый-самый, вот он. Эквип, я взял зачем-то еще один автомат, пулемет, пистолет, у меня тут все повыпадало, и я могу все это использовать. Давай сломаем дом, чтобы, ну что он здесь стоит, блядь, один единственный грустный такой. Б уровень практически прокачан, если ты не видишь, то у тебя проблемы со зрением, у меня на самом деле уже... Ох ты ж, ёб твою мать. Все, овцы. Тихо ты! Тихо, не буянь! Надо просто бегать, чтобы в тебя не попадали и зайца вот этого убить, потому что он нам будет мешать своей лазерной указкой. Лазерная указка нам не помеха, потому что мы можем сделать все, что хотим. У нас сейчас есть все, что мы можем найти в этой игре. Просто понимаешь, у нас есть ракетница, у нас есть пушки, у нас есть пистолеты, у нас... А, пистолет у нас как раз таки нет, у нас есть... А, есть пистолет, у нас все есть, блин. Я могу подобрать еще одну пушку, зачем, правда, непонятно, если у нас есть уже... Ну ладно, ничего страшного. Летающий слон, что с летающим слоном нам нужно делать? Кстати, видишь, во время бега он не стреляет. Если он во время бега не стреляет, это очень грустно. А может сломать вон то вон здание огромное? Давай сломаем огромное здание. Или нет? Или подожди, застрял. Что делать-то? Просто сама суть игры-то в чем? Ох ты ж, сабли. Нет, сабли я не буду брать, потому что сабли я, наверное, потеряю что-то. Да что такое-то? Да прыгни ты туда, ну. Сука, не хочет прыгать, понимаешь? Не хочет, как ни крути вообще. Не хочет прыгать, ну ладно. Я запутался, застрял и не знаю, что мне делать. Давай дом вот этот ломай. Или этот дом не дамажится? Я могу ломать все, абсолютно все, и даже немного больше. И
я вообще бог этого города, понимаешь? Бог. Я ломаю дома, ломаю строения всякие, ломаю машины. Машины, которые меня сбивают, я вообще ненавижу, потому что они... У меня уровень А. У меня уровень А уже, ты понимаешь? Уровень А — это значит все. Это значит, что я... Сука, сломаю вам все машины, потому что вы меня заколебали сбивать уже, если честно. Мотает его, конечно, во все стороны, только так. Просто летаю во все стороны, даже не управляется. Подожди, Ой, бабка, 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 извини, бабка. Подожди, а как запрыгнуть туда, на дом на этот? Ну-ка. Прыгай. Полетели, вот, запрыгнул на дом. И что мне делать теперь? Я хотел слона просто пострелять. Убил слона, я всех убил уже. Ёб твою налево, смотри, слон, куалы, все умертвы. Пойдем в уровень А, смотри, он даже светится. Я так понимаю, он у нас разблокировался. И мы можем туда пойти, чтобы слом... Опа, собачка, собачка, корки, 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 ладно. Не буду поганивать название. Ни хрена себе, это что за трансформер такой? Кто-то пересмотрел рейнджеров, я так понимаю, да? Смотри, он сейчас соберется в огромного монстра. Едить, колотить. Ладно, давай не будем смотреть мы заставку, эту очень-очень эпичную заставку. Мы будем стрелять не стомат, не надо в меня это стрелять никакими этими собаками. Поломал ноги, поломал руки. Сейчас поломаю тебе еще и машину твою. А знаешь почему? Потому что я могу. Я тебе опять сломал овец твоих. А что надо сделать-то? Жопу ему стрелять? Жопа непробиваемая. Красные кнопки, у него есть красные кнопки есть. Ты видел, нет, красную кнопку? А, надо... Все. Вот как это надо делать-то. Ну-ка. И что надо еще сделать? Взорвал его! Ничего себе! И что получается, остается у него еще одна рука, да? И надо еще с одной рукой сделать что-то. А на второй руке нет ничего. На второй руке просто машина, ее надо просто сломать. Ха-ха! Я-я-я-я-я-я! Тихо-тихо-тихо-тихо! Замотала, закрутила во все стороны, елки-палки! Не-не-не-не-не, давай, не делай глупостей. Подожди, подожди. Все, взрываю, взрываю дога. У меня пол хп сломали, смотри, смотри-ка, ничего себе. Что это такое, что такое, что такое, что такое? Зачем я взял машину? Я просто хочу убежать. Что с ним делать надо? Его просто надо убить или что? Он теперь безобидный? А ты дефит копов за столько-то времени. Я молодец. Я считаю, что я молодец. И что, я выиграл этот уровень или что? Или что, что мне дает это? Я победил, допустим. Дальше что? Дальше куда бежать? Есть уровень какой-нибудь другой? Есть что-нибудь еще? Нет. Я просто не понимаю эту игру немножечко. Я не понимаю, что дальше делать. Я выиграл. Я победил. И всего лишь на все за 20 минут. А что дальше-то? В солнце можно стрелять? Ну когда-то я попаду в этот самолет, нет? Опа. А, оно не ломается, это арка бессмертная. Это арка бессмертная. О, я вижу что-то еще. А сюда надо было привезти собачку, что ли, для чего-то? Да, сюда нужно привезти собачку, а сюда нужно привезти оленя. Подожди, подожди, пойдем за собакой. Пойдем за собакой. Если здесь что-то это делает, эта собака, значит, мы этого добьемся. Мы, значит, это сделаем. Ну, просто если она реально что-то дает, сейчас нам даст эта собака, то о, это будет здорово. Где она? Есть. Да беги давай быстрее уже, елки-палки. Shift-Hold.
сколько халдить-то надо? Я поднял собаку. Так, тихо. Давай не дури. Пойдем. Собака. Мистер Пес. Мы бежим сейчас в китайский домик нажимать на кнопочку. Не обессудьте, я просто хочу узнать, что будет. И можно ли мертвого использовать? Ну, я думаю, да, откуда же я могу знать? Ну, вот подожди, ты не по... Не-не-не-не, стой, подожди. Наоборот, вот здесь вот стой. Вот здесь вот стой. А, точнее, лежи. Блять, ну ты куда ты поехал-то, пёс? Не, ну ты представляешь, вот... И куда мы полетели сейчас? Куда мы летим-то, ёб твою мать, я просто нажал на прыжок. Давай вот тут прыгнем. Сука такая, блядь. Сколько можно-то? Я устал его уже тянуть сюда. Или он нажатый остается, значит остается нажатым. Все, вот, вот типа нажался, он нажался. Я... Да побеги ты без него, ёб твою мать. Ты то его не можешь схватить, то еще что-то. Что делать-то? Что происходит? То есть, без первого босса этого бы не сделалось, понимаешь? Значит, следовательно, это продолжение сюжета какого-то. Что это за парадокс? Это мы сейчас будем эти загадки решать? Самсара, там еще что-нибудь. Тревел сквозь время. Ну, конечно же, да, если мы, блин, здесь-то все сделали уже, значит, нужно путешествовать сквозь время, соответственно, как же еще-то? Как иначе-то, понимаешь, да? Вот нужно путешествовать. А если мы можем путешествовать... Ух ты, смотри, какие оленихи сидят. Дамочка. Не хотите познакомиться? Хотя какая дамочка, у нее рога. Да какая разница вообще? Не желаете познакомиться? Ну-ка, я тебя сейчас побью. Пистолет. Ни хрена себе пистолет. Лазерный. Ты видал, нет? Лазерный пистолет, из которого можно пулять. Два пистолета. Два раза быстрее могу стрелять. Что здесь выпадет? Ох, ептать. Смотри, что делается. Меня... Ты видал? Не понял. Я при прыжке что-то делаю, что-то... Кого-то взлетаю. Подожди, а что это за автомат? Иквы. Нихуя себе. Олень-музыкант. Ломай здание давай, наверняка из него что-то полезное выпадет. Давай, быстрее. Мне кажется, на той... в той временной вселенной было все гораздо быстрее и проще. У меня уже уровень... Что это такое? Ёб твою мать, я летать на... Я летаю, ты чё, смотри. Тут носороги, какие-то животные, коровы с улыбающимися мордами. Хомяк вырабатывает электричество, ёб твою налево, ты смотри, что происходит-то. Люди в рабстве. Эй, становись оленем, приходи в мои ряды. Дружище. А, горит, блядь, давай. Толкай. Ну-ка. Подожди. Надо вот этого еще задерифицировать. Пойдем ломать машины, здания и что там еще можно ломать. Давай, где тут космическая полицейская? Я у них должен взять оружие. Что это такое, блядь? Что я все время подбираю? Полиция за мной заинтересовалась. Из разрушенного участка полиции выбегают... Выбегает олень-человек. Это... Какой олень? Овца-человек. Электрическая овца. Она нас сейчас будет мудохать электричеством, я так понимаю, да? Эквипмент. Привет, человек. А где она? А где она? Ёп! Вы что вытворяете? А, тут помимо обычных электрических... Электрическая еще овца появилась. А, она электричеством лупит меня. Это как минимум нечестно уже. Ёб твою маленькую. Что происходит? Ага, я могу летать, дурак. Ты не думал, да? Ну умри давай, овца. Умирай. Здесь какое-то очень сложное оружие. Оно практически ничего не дает. Оно не стреляет ни манды. Вот. Я убил эту овцу. Я убил овцу, и наверняка из нее что-то было выпало. Или не выпало. Байк, смотри, какой байк. Это мой наверняка.
ты, смотри, какой важный олень. Блять, класс. Это из Трона, по-моему. По-моему, это вселенная Трона. Потому что именно там так ездил, ездили все на этих мотоциклетах. Хотя я и не смотрел вообще этот Трон, я просто видел. Так, ну-ка слезь с этого мотоциклета, мы будем ломать здание, потому что мы можем ломать здание. И будем убивать людей, потому что люди это зло, блядь, они убивают оленей. Не ори, дура, блин. Чё я тебе такого плохого сделал, что ты орёшь? Ещё одно здание сломано. Здесь лежат опять крылья. Я могу летать, и это меня непременно, ну, радует, как бы, но... Я не понимаю, зачем мне летать, если я могу, в принципе, и бегать. А скрываться удобно очень. Я хомяков отключаю. Подожди, хомяков можно отключить, и что-то произойдет. Наверное. Да, хомяк умер, и чё? А там чё такое? А тут человеческие привода, они до сих пор работают. Слышь, дебилы! Хватит работать! Выходные должны быть. И чё, погас здание, дальше чё? А, теперь его можно это самое, ломануть. Ну давай, ломанём. Хуже-то кому от этого, правильно? Правильно, никому хуже от этого не будет, ну блин. Сломается здание, не сломается, просто очень медленно ломается. В той вселенной все было гораздо быстрее. Там типа прям берешь, ломаешь, берешь, ломаешь, берешь, ломаешь. Здесь вон я стою, стреляю по этому зданию 150 миллионов лет. И оно не ломается, понимаешь, не ломается. И что делать, непонятно вообще. Полиция заинтересовалась мною снова. Вот это интересно. Выезжает машина с каким-то медведем за рулем. Ну это ёпта, это трансформеры. Да мы видели, как полярный медведь МК-2. Ёшкин ты кот, и смотри, что происходит. О, я вижу что-то так. Это босс. Это босс, который меня захерачил только что. Твою мать, смотри, как он быстро убивает. Escape, retry, retry, давай, retry. Не виси. Пойдем ломать тогда эти олени опять ломать. Что такое? Вот так быстрее будет. Давай ломать деревья, здания и всякие вот эти вот ерундовины, чтобы получить что-то оттуда, потому что если мы не будем ломать что-то, мы не получим что-то. Нам нужно много оружия, чтобы победить мартышку. Нам нужно победить мартышку. По-любому мартышка это как как тот этот, как его, кого мы в первую очередь убили? Мартышка это как коала. Но типа коала она там бесполезная была, я так понимаю, потому что она нам ничего не дала. В принципе, ничего не дала. Она просто умерла и все, своей смертью. Ну, смертью, точнее, храбрых. Погибла, так сказать. Чего? А мне куда это тут нужно, зачем? Ёптать, 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 смотри, что вытворяю. Это я стоя теперь только играть могу, да? Это что за пулемет? Ёлки-палки, смотри, что у меня на голове растет. Так, а тут что у нас было? Это у нас какая-то орба и головки прям. Вот это что такое? Мы берем все, мы берем. У меня есть зенитное орудие какое-то. Я так. Подожди. Подожди, мы не доломали. Мы не доломали здание, и следовательно за нами зачем полиция-то выезжает? О-о-о! Я сейчас всех наделаю. Я сейчас всем покажу Кучкину мать. Если ты думаешь, электрический осел, что ты меня можешь победить, то ты сильно заблуждаешься. Я буду бегать рядом с тобой, чтобы ты
вообще был в недоумении. Подожди, я перестал стрелять, зачем? Умирай давай! Погиб смертью храбрых. А, пистолет, видите, бегают еще за мной, да? Копов победил, очень быстро горит. Ты победил копов, а холдовать я могу. Но мы не будем холдовать, мы пойдем ломать дальше все вот эти вот здания, которые здесь есть. Это что за троянский носорог? Ну-ка, что это за загадка такая? В каждом, хочу заметить, больше жизни, чем в предыдущем. Или нет, или столько же. Давай уже. Чё с тебя выпадает-то? Ой, блин, сбили. Вообще какой-то неубиваемый, дружище. Я говорю, точно больше здоровья гораздо, чем в предыдущем. Подожди, блин, очень громко стало. Опять очень громко. Спецэффекты нахер вниз. Музыку вообще по самой не балуйся. Ну ладно, вот так оставим. Просто очень громко. Я сам себя уже не слышу. Я просто прям уже вот глохну от себя. Давай, умирай. Он вообще не убивается, смотри. Чего? Какая гигантская куала? А, тут тоже есть гигантская куала, и она тоже может умереть. Серьезно? Да ну нихера себе! Ну охренеть теперь, ладно. Давайте мы на этом закончим, потому что это бесконечно, наверное, можно играть. А вот этот уровень, он очень сложный, и... В следующей серии, я думаю, может быть, мы продолжим играть в эту игру, потому что, ну, она, в принципе, такая забавная, простая и не требующая никаких особо как-то, блядь, сложностей, как-то общения. И, в принципе, ладно, давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем до встречи в новых видео, в новых сериях. Всем пока!